В сентябре школу номер 20 ждут перемены. С началом учебного года на ее территории стартует строительство нового корпуса. Трехэтажное здание рассчитано на 450 учеников. Этого должно быть достаточно, чтобы решить острую проблему нехватки мест в микрорайоне. Проект будущей пристройки представители администрации обсудили с родителями из школьного комитета. Микрорайон Подрезка развивается очень активно. Здесь очень большое количество жилья строится, в ближайшее время еще построится. А социальных объектов, в том числе школ, и не хватает. Поэтому было принято решение сейчас начать пристройки, но в будущем мы обязательно будем следить за тем, чтобы в микрорайоне появились новые социальные объекты, в частности школы, спортивные сооружения и детские садики. В проекте просторные классы, современное оборудование, комфортный спортзал. Также в новом здании появится полноценная столовая. Сейчас ученики 20-й школы обедают в огороженной части актового зала. Завершить строительство планируют к 2020 году.